Привет! Привет! На канале Искосол. А нам пришла посылка! Посылку мы заказывали давно-давно, хотели, чтобы она пришла к Василисе на день рождения, но она опоздала. Но это ничего страшного, сейчас мы вам ее покажем. Вот такую нам посылочку прислали. И сейчас мы будем ее открывать. Так, Василис, открывай. Доставай, что там. Кто это? Анна. Это Эжа. Ну-ка, покажи нам теперь в камеру. Мам, мне такую купила, такую Эжу. Мама тебе такую купила? Да. Хорошо, и папа. Давайте поближе покажем. Вот такая вот Анна. А это моя Эльза. Твоя Эльза. Вот такая вот она, длинноногая, в штанишках. Она не поет, что ли? Нет, они не поют. У них двигаются просто ручки, двигаются. А голова крутится, крутится. Так, ну-ка давай нам... Селис, давай Эльзу теперь покажем еще. Давай, Эльза. Давай. Так, а вот это у нас Эльза. Вот какая красивая куколка. Вот. Тоже крутится у нее голова. Ручки. Такая одежда. Красивая, да? Ножки. Ножки в туфельках. Вот такую вот нам прислали посылочку. Ну, да. Держи. Что ты скажешь, Василис? Да. Спасибо. Ты, ну-ка, поиграй с ним немножечко. Да. Что они у тебя говорят? А кто из них волшебница, ты помнишь? Да. Кто? Ну, Эльза же волшебница, помнишь? Она же там заколдовывала снегом, могла себе замок построить. Помнишь? Пока-пока! Пока-пока! Подписывайтесь на канал, ставьте лайки! Все, до свидания!